Сегодня закончились трехдневные соревнования армейских разведчиков. Бойцы преодолевали препятствия и выдержали марш-бросок на 20 километров. В этом году в соревнованиях принимали участие 6 лучших команд Министерства обороны. Сначала разведчики пробежали 5-километровый марш-бросок с автоматом Калашникова и противогазом. В зачет шел результат всей команды. Мы упорно готовились к ней, нас хорошо тренировали. Каждый день были тренировки, мы старались выложиться на полную на этой тропе. Все ребята друг другу помогали, мы работали слаженно, как одна команда, единое целое. И добились тех результатов, которые были поставлены нашими командирами. Самым сложным оказался третий, последний день соревнований. Мы преодолели марш-бросок в 15 километров с дополнительным весом, с каждым километром. Каждый грамм, килограмм, он ощущается в большей степени. Сразу же после марш-броска мы приступили к стрельбе лежа. Здесь нужно прицельно вести стрельбу. На каждом этапе соревнований разведчики получали баллы за силу, выносливость и командную работу. Результаты озвучат завтра, 5 ноября, в день военного разведчика.